Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня опять речь пойдет о водных сооружениях. Посмотрите, нашла объект. Делаем достаточно просто, подручными средствами, подручными методами. И все-таки это вода, приятно журчит, красиво. Этот фонтанчик небольшой, сделан в три уровня, обшит камнем натуральным и применен круговой приток воды, круговой пущена вода. Сверху как бы из кувшина выливается вода и стекает по таким плавным ступенькам. Это, кстати, часто применяемый стилистический прием, когда из какого-то объекта вытекает вода. Можно точно так же создать на своей территории и сухие речки, сухие прудики. Красиво смотрится, когда есть объект, из которого вытекает вода, не просто и откуда-то она началась, вот здесь вот бьет, а как-то стилизовано из какого-то объекта. В данном случае это кувшин. Очень распространенный этот метод и достаточно простой, мне кажется, можно реализовать на любом участке такую форму. Вот как смотрится это немножко издалека, как будто в горе сделан такой ключик. Вытекает он из кувшина. Скажите, как вам нравится такое стилистическое решение? Желаю вам красоты на ваших участках, красивых стилизованных прудиков, фонтанчиков. Делитесь своими идеями в комментариях. И до новых встреч. Пока-пока.